На этом сайте можно купить диплом любого нижнекамского учебного заведения. Всего за 14 тысяч рублей обещают предоставить настоящие бланки с госзнаками. Звоним, заказываем, уточняем сроки доставки. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела заказать диплом. Представлено на сайте, заявку отправляете. А в Нижнекамске можно заказать, город Нижнекамск? Да, любой. Скажите, пожалуйста, а вот я, насколько он будет качественным, или узнает ли работодатель о том, что он не настоящий? Нет, не узнает. Оригинальные бланки используются. Вот так всего за несколько минут я получила желаемую профессию. Через 2 недели мне обещали прислать диплом об окончании учебного заведения. Вот только сослужит ли он добрую службу? Вряд ли. Специалисты без проблем отличат фальшивку от настоящего документа. Отличить настоящий диплом от ненастоящего довольно легко, поскольку настоящий диплом – это документ строгой отчетности, это бланки с водяными знаками, это дипломы, которые строго пронумерованы. Каждый диплом Нижнекамского нефтехимического института имеет индивидуальный номер, а данные о выпускнике вносят в архив и хранят 75 лет. Если возникает необходимость, то подтверждают его подлинность работодателю. Что проблема есть? Поскольку действительно вот этих запросов от работодателей с каждым годом все увеличивается. И, в общем-то, я надеюсь на то, что в конечном итоге все поймут, что раз работодатель спрашивает, раз он хочет узнать у вуза, действительно это его диплом или нет, то эта практика в конечном итоге закончится. Борьбу с сайтом, торгующим дипломами и аттестатами, ведет Нижнекамская городская прокуратура. Иск о его блокировке и признании указанной информации незаконной направлен в городской суд. В ходе мониторинга средств массовой информации, в том числе сети интернет, была выявлена страница, на которой размещалась информация о продаже дипломов и аттестатов. По результатам прокурорской проверки в Нижнекамский городской суд было предъявлено административно-исковое заявление о признании информации, размещенной на указанном сайте, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. В настоящее время административно-исковое заявление находится на стадии рассмотрения. На просторах интернета остаются еще десятки сайтов, на которых можно заказать любой диплом. Но прежде чем его купить, специалисты просят хорошо подумать. Ведь можно лишиться не только хорошей работы, доброй репутации, но и оказаться фигурантом уголовного дела. Лилия Егорова, Фахри Исламов, Новости НТР.